поселке Корфовском появилась первая улица с QR-кодом. С его помощью гости поселка смогут узнать о ветеране войны, который жил здесь и которому в этом году исполнилось бы 100 лет. Корфовский – первое сельское поселение, которое присоединилось к акции «Улицы Хабаровского края рассказывают». Репортаж Ульяны Крамаренко. Вот мы идем по улице, да, по переулку. По которой дедушка наш гулял, да? Да, каждый день. Каждый день ходил за хлебушком. На остановку гулял. Беседовал с бабушками. Алексей Лубянкин был последним ветераном в Корфовском. До юбилея не дожил полгода. 100 лет ему бы исполнилось сегодня. Любимым маршрутом деда прогуливаются его дочери и внуки. Теперь безымянный переулок будет носить имя почетного жителя Хабаровского района. Это ветеран войны. Защищал нашу страну, ветеран. Защищал вашу страну. А вы его видели, знали? Да, мы с ним здоровались. Мы всегда со школы шли, он каждый раз нас встречал, спрашивал, там пятерки получили, нет. Хороший человек. Всегда было не проще пообщаться, спросить, конечно, как дела. Мы в ответ узнавали, как у него дела. Каждый день всегда гулял. На позитиве был. Кстати, о том, что в честь него назовут переулок, Алексей Лубянкин успел узнать при жизни. Сначала администрация поселка планировала установить обычный щит с информацией, но позже появилась идея оформить улицу по-современному. Как раз и пришла нам информация, что есть такая акция, что вся информация о ветеранах, в честь которых называют, о героях, в чью честь называют улицы и переулки, как раз попадает под такую акцию. Под акцию QR-кодов. В QR-код занесена вся информация о ветеране. Бывший разведчик, две награды за отвагу, орден славы и орден Отечественной войны. Принимал активное участие в жизни поселения, а в 80 лет даже участвовал в велопробеге. Домино — это знали все, что наш дедушка играет домино. Также жители знали все, что балалайка его, такой конек, любил он на ней поиграть, побрончать, частушки попеть. Корфовский стал первым сельским поселением, где появилась улица с QR-кодом. А в крае она пятая. Такие улицы есть в Хабаровске, Комсомольске, Советской Гавани и Ванино. И, как рассказали специалисты, заявки продолжают поступать. В течение этого года специальные коды получат еще 20 улиц в крае. Ульяна Крамаренко, Илья Васильев, телеканал «Губерния».